Беларуси. Я из длинного письма, извините, автора нет. Ну, так же, белорусы, демократия, на всякий случай. Я взял только одну строчку. Она очень грустная. Помните, все, что я сказал сегодня? Трепаться, белорусы молодцы, они впереди нас идут. Хотя бы там, где речь идет о жизни людей. Человек пишет одну строчку. У нас тут, правда, не до экзотики. А помните, как я говорил, газончики, чистота, какие они, это самое, в отличие от наших раздолбанных дорог. Понятно. Я дальше читаю. Про то, чтобы дожить до пенсии и кушать персики со своей грядки, многие не слышали. Вы эти не слышали. Вот. А они об этом не знают. Вот эти вот. Кто сказал, что они должны отвечать за любительское садоводство? Почему вы не можете отвечать? Ведь что такое любительское садоводство? Там 40 обработок, вот это мировая практика. А в любительском 0, как у меня. Ну, в Беларуси чуть теплее. Ну, пусть 3 обработки. Ладно, поговорили. Идем дальше. Значит, я оккультичность у меня особый. Я громче всех кричу. А оккультичность это мне дядя Ваня присвоил. Этот самый. Ярлык. Я не смотрел, говорят, есть такой фильм. Вот. А у меня же сердце слабое. Зачем я буду читать про себя? Я и сам знаю. Да, пишу. Видите, я каюсь, я грешен. Но горжусь тем, вот это было слово «но», что единственный в мире садовый патологоанат. Вот тут мне равных нет. Вот тут мой культ личности. Вот тут я единственный на планете, кто заступается за деревья. И единственный, кто сказал, форма крона, ее форма, ее скелет, ее каждый листик неприкосновенны, потому что они не только, по, как сказать, чисто прагматически, они незаменимы. Вот. Они совершенны. Понимаете? Идиотизм заключается в том, это я, может быть, даже к этому, я не знаю, о чем там про меня наградил, а может, ничего плохого и нет. Не знаю, почему мне друзья говорят, не читайте, дольше проживете. То есть не смотрите дядю Ваню. Так вот, дядя Ваня, в разных условиях росли деревья. Одни вширь, одни ввысь, третий так, третий почти все ветки вниз растут. Так вот, кто-то первый взял, заработав себе имя.